смотрим однокомнатную квартиру площадью 56 квадратных метров на улице Дебютантская, 23А. Это входная дверь. Сразу в одну сторону небольшой гардероб. Вот открывается дверь. Здесь развеска. Можно еще поставить один стеллажик. Прямо пошел коридор в жилую зону. И слева ванная. Здесь место под стиральную машину внизу. И бойлер. Открыловая угловая ванная. Дальше пошла прямо дверь еще под один маленький гардероб. Тоже можно стеллажи поставить под обувь. Вот здесь второй санузел с душевой кабиной. И прямо гостиная, направо спальня. Вот такая спальня. Здесь в нише находится двухспальная кровать, шкаф-купе. Вот такой вид на зелень, на окружную дорогу, на храм. Здесь тоже небольшая ниша. Можно тоже поставить какие-то полочки, стеллажик. Раздвижные шпанированные двери. И здесь тоже маленький такой закуток, уголок, ниша. А, кстати, вот при входе тоже большое зеркало. И переходим в гостиную. Прямо застекленная лоджия. Кухонный уголок. Достаточно большая кухня. Место под холодильник. И здесь мягкая мебель, телевизор, кондиционер. Большое панорамное окно тоже с видом на храм. Вот оно. Новостройки вокруг. Проспект Победы. Зеленый двор. Во дворе. Во дворе вот у нас спортивная площадка и детская площадка. И вход на лоджию. Лоджия остеклена. Здесь правда с подогревом. Выведено в интернет. Можно летом использовать как кабинет. Все, вот такая большая однокомнатная квартира с отдельной спальней, гостиной и кухней. Все, всем спасибо. Пока. Львовская и Крамского два дома. Львовская раньше, Крамского чуть попозже.